Коллаген – главный каркасный белок дермы. Именно он отвечает за тургор и эластичность кожи. С возрастом синтез собственного коллагена снижается, а также белковая молекула может разрушаться в результате окислительного стресса из-за избыточного действия солнечных лучей. В возрасте после 30-35 лет я рекомендую вводить свой уход в сыворотки с коллагеном. Они вернут коже упругость, сделают ее более сияющей и увлажненной.